Ух ты, и снова я. Александр Криволап, печеняги. Ребята, сегодня 14 мая 2021 год. Воронец или тонколистный пион зацветает. Меня спрашивали, запах есть пиона или воронца? Запаха нету. А рядышком, ребят, растет у нас ирисы. Сиреневые, средние ирисы. Это средние. Ранние уже отцвели. Это средние ирисы. Сиреневые, средние ирисы. Ирисы разводятся делением куста. Красиво. Ирисы разводятся делением куста. Подойдем еще до воронца. Воронец. Красиво, да, ребят? Это он еще полностью не расцвел. Когда полностью расцветет, я сделаю еще одно видео. Ну все, ребятка, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап. Печенеги. Пока-пока. Красивый, да? Вот так. А там казацкий можжевельник растет. И воронец. Где солнышко попадает, там он становится ярче. Пока-пока, ребята.